Всем день добрый. Итак, сбилась мечта. Ну, короче, моя мечта. Прикупил я себе вот такую вот пилу. Пила дисковая Interscol DP210-1900EM. Хотел просто М-ку, но не было, была ЕМ. Что значит ЕМ? Это в данной модели есть кнопка регулятора оборотов диска, а на М-ке нету. Так, сейчас посмотрим, чего у нас входит в комплект. Вот такая у нас коробочка, ничего особенного. С этой стороны тоже так же. Коробка достаточно большая. Ну чего, проведем вскрытие? Приступим. Итак, чего у нас внутри? Вот какая-то такая штука. Это, наверное, должен быть чехол, типа защита на нижнюю пластину. Так, положим ее где-то здесь. О, такая вот, такая вот типа защита. Вот у нас сама пила. Так, тут инструкция у нас. Это нам не интересно. Еще какая-то. Это, наверное, где сервисные центры, все такое. Пакетик заберем в карман. Так, достаем сам чудо-инструмент. Смотрим. Напомню, это Interscol DP210-1900EM. 1900 ватт. Ну, с сетью все понятно. Ага, вот функции нашей волшебной кнопки. От 2300 оборотов до 5000 оборотов. Диск у нас 210-й. Посадочное место 30 мм, под углом 90 градусов, перед 75 мм, то есть 7,5 сантиметра, под 45, 53. И где же наша волшебная кнопка? И вот наша волшебная кнопка стоит в торце. У модели просто М-ки данной кнопки нет. Зачем она нужна, я не знаю. Может пилить там чего-то типа гипсокартона, чтобы не на больших оборотах. Я, скорее всего, данной кнопкой пользоваться не буду. Зачем купил? Потому что М-ки не было. По цене было почти одинаково. Да, вращается. Прям чудо. Еще у нас в наборе шел вот такой вот корявенький ключ. Ну, это как всегда. И вот такая вот линейка. Сейчас посмотрим пилу ближе. Линейка, линейка. Вот так у нас выглядит пила из коробки. Вот это вот место у нас 3 миллиметра. Здесь вот шкала, типа линейка. Здесь тоже есть, вот видите, нолик по центру. Это чтобы мы, так сказать, если на доске нарисуем линию, вели по ней. Потом вот у нас это убирает защиту. Можно принудительно рукой убрать, чтобы, так сказать, снять защиту снизу, видите, с диска. Хоп. Отсюда у нас выводятся опилки.
Ручка у нас прорезинена. Резиновые накладки. Но у меня у знакомого за 3 года эксплуатации вот сверху здесь отклеилась. В руке лежит удобно. С этой стороны у нас вот кнопочка типа предохранителя. Тоже удобно. Вот у нас волшебный рычаг. Вращая вот этот рычажок, мы можем сдвигать, так сказать, платформу, основу. Вот так вот. Хоп. И пила у нас вот насколько поднялась. Это чтобы вы могли регулировать глубину пропила. Если он максимально поднят вот сюда, будет максимальное 7,5 сантиметра пропила. Вот так убираем. Клац. Это все вот так вот возвращается назад. Вот так вот клац. И вот так вот. Хоп. И назад. Хоп. Хоп. Вот здесь есть линейка. С помощью вот этого вот волшебного рычажка мы можем менять наклон вот этой вот платформы. Давайте попробуем. Одной рукой, чуток неудобно, но все же вот так раз. И у нас получается вот так. Видите, платформа стала под углом. Сейчас придавим. Оп, также в обратном порядке все вернулось назад. Меняется наклонный клац. Сколько вам надо. И зафиксировали. Все, не опускается. Назад клац. И вот так вот. Все. Вот эта волшебная кнопка у нас стопорит диск. То есть, если нам надо диск остановить, в смысле не остановить, а просто застопорить, как на болгарке, нажимаете, хоп, и тогда откручиваете вот этой вот кнопочкой. Вот эта вот волшебная крутилка, это для линейки. Сейчас попробуем вставить. Так, вот берем линейку и вставляем вот сюда. Вот такими движениями можем регулировать ширину доски. Затянули и вперед. Сейчас попробуем чего-нибудь порезать. Есть у нас вот такой вот брусок 4 сантиметра сороковка и вот такой вот двадцатка. Да, чего приятно удивило, длина вот этого вот сетевого кабеля 4 метра. 4 метра достаточно не короткий. Да, вес данной пилы 5,9 килограмма, так пишут. Пилим. Коленько. Ну все, ребята, вот такой вот небольшой корявый обзорчик у меня получился. Может быть, кому-то будет интересно. Ставьте палец вверх. Кому не интересно, пишите грозные комментарии. Если понравилось, подписывайтесь на канал. Будет много интересного. До новых встреч. Пока-пока.